Всем привет, мы приехали в Никольский торговый центр Харькова, который, кстати говоря, когда-то был прилет. Сейчас была тревога, все на улице. Спустя ожидание где-то 40 минут мы сюда зашли. Градусник. Мы опасаемся ходить по центру на самом деле, поэтому не знаю. Может, сейчас будем ехать домой и все. Хатоп. Зеркальная струя. Парк Шевченко. Все небо красное, понятно, сейчас камера вообще ничего не передает, хотя вот видно, как мигает, и звук какой-то очень странный, гул. Все сейчас там в чатах пишут, что это все видят, и очень громко. Вон, видите, все красное вон горит, ну как мигает. Все небо такое, боже. Когда же вы уже прекратите? Звук. Не знаю, слышно на камере или нет, но гул конкретный. Весь город его слышит. Страшно.
Мигает он небо, в небе. Все сейчас в чате это пишут, все вообще все. Что все это слышат и видят. Ну, с разных точек города. И гул где-то громче, где-то тише. В общем, даже сейчас сирена. Тогда была ужасная ночь, все небо было красное, зарево нереальное, мерцание какое-то в небе. И гул, ужасный гул, как будто вертолеты, самолеты, ну что-то такое. Было очень страшно, это длилось все где-то до 2 часов ночи. Я же уже рассказывала, да, там видео, что мы с Настей в коридоре были, мама не захотела, папа спал. Да, правила двух стен, но это ужасно, честно, я в шоке. Ну да, что угодно, можно ждать так. Все в чате писали, что, ну, реально не понимают, что это да, такое. Все переписывались. Что вообще происходит. Никто не понимал. Всем было реально страшно. Да, потому что это не длилось, как, да, кое-что там временно, так быстро, можно даже так сказать. А это длилось где-то 1:20, да? Да, два часа. 2 часа даже, да. 2 часа, там переписывалась со всеми, они там все не понимают, что вообще происходит. Да, ты идешь, я вот смотрю на балкон, все небо красное, как будто я уже, у меня уже в голове, знаешь, там думаю, ну, может уже не понять, что сделали. Там мысли, конечно, разные посещают. В центре мы много не гуляли, потому что страшно нам в центре находиться да. было, исходя из последних вообще событий в Харькове. В общем, такое... Перенервничали мы хорошенько. Все это страшно, здесь небезопасно, повторюсь еще раз. Нигде не безопасно. Да, это на свой риск. В Украине, да. Никого ни в коем случае не призываем да. сюда ехать, в Украину возвращаться, ни в коем да, случае. Показано, да. Мы это сделали, да, на свой страх и риск, рискнули, потому что на то были свои обстоятельства, которые многие знают, какие обстоятельства, поэтому... Не будем уже вдаваться, да, в эти все подробности, поэтому как-то так. Хотела бы еще сказать, может, да, там просто писали некое, вот, никто там, скоро вы узнаете, типа, как приедете, я вам больше скажу. Моя учительница немецкого языка, вся школа знает, что мы уехали в Украину. Так они, боже, Настя, люди такие и наивные. И центр знает, я они не понимаю, думают, что мы настолько что? Какие-то... Я не знаю, там, дурочки, которые не предупреждают, там, да, джоб-центр. Все прекрасно. Такие все странные, знают. Реально. Я не хочу об этом. Нам положен так называемый урлауп, то есть лучше отпуск в переводе. Ну, так называемый, я подчеркну, в кавычках отпуск, который длится 21 день да. в год. Мы взяли меньше, чем 21 день, намного меньше, чем 21 день, пока у нас есть каникулы. В нашей языковой школе. Поэтому не пишите бред. Да, я не хочу даже читать. На нас не надо даже писать никаких доносов по поводу канала, потому что мы первые туда побежали сами, как только подключилась какая-то монетизация. Пожалуйста, пускай бегут. Они даже. Как кто-то там, да, рассказывает, что у них там до пособия 10 евро остается. Я думаю, все прекрасно понимают, о ком я говорю, про этих двух прекрасных женщин. Поэтому, ну, как бы, не пишите бред. Все нормальные люди действуют по правилам и по каким-то законам, которые надо соблюдать. Поэтому мы это соблюдаем, а вы за собой лучше следите, что и как в вашей жизни. Или как там, такое говно купили детям. Ну так купите лучше своим там детям. Я не знаю, кто там у вас есть. Купите лучше, покажите это. Вообще, кого должно, извините за слово... Кто кому что купил, и вообще, вы что, родственница, да, не Настя, знаю, ну, кто такие вы, люди, или ваши боже, дети покупают. Тошнит. Да. Слава поэтому... Богу, что у нас есть да. наши любимые подписчики, зрители, не люблю подписчики слова зрители, которые нас смотрят, поддерживают, да. уважают и, ну, всегда не с нами хочу. И пишут даже мне в WhatsApp, несмотря ни на что. Поэтому большое да. спасибо всем а за поддержку, бред, то... кто пишите переживал, дальше. Все нормально, все хорошо. Все, ребят, спасибо за просмотр, ставим лайк, подписываемся, пишем комментарий. Пока.